Университет посетила Наталья Третьяк, первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации. Наталья Владимировна принимала участие в конференции «Современное образование. Новые вызовы. Новые решения». Я считал своим долгом никогда не пропускать педагогические конференции. Постараюсь это делать и в будущем. Очень многое из того, что реализуется на территории Ростовской области, заслуживает внимания и тиражирования на другие субъекты Российской Федерации. После конференции Наталья Третьяк ознакомилась с нашим университетом. Ректор ДГТУ Бессарион Месхи показал гостям научные разработки вуза, среди которых Сигвей. Кроме того, заместителю министра показали медиапарк «Южный регион ДГТУ», строящийся 7-й корпус, в котором будет расположен съемочный павильон.